Заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Башкортостану получил 11 лет колонии строгого режима. Центральный районный суд Читы признал Андрея Москвитина виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в управлении следкома по Забайкальскому краю. По данным следствия, в 2013 году Москвитин, будучи начальником межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления МВД по Забайкалью, получил от местного бизнесмена квартиру в центре Читы стоимостью 2 миллиона рублей за покровительство. Посредником при переговорах выступил его коллега Михаил Поливин. В суде оба отрицали свою причастность к преступлению, тем не менее суд признал их виновными. Москвитина лишили звания полковника полиции, взыскали стоимость квартиры и запретили в течение 5 лет занимать госдолжности. Его сообщник Поливин должен выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей.